Всем привет! Вчера один знакомый принес керамический ножичек. Купил по дешевке на распродаже за 35 евро. Магнит не берет. После того, как открыл консерву, на лезвии появились зазубрины. Пытался сточить алмазным надфилем, но стало еще хуже. Попробую заточить на алмазном кружочке. Алмаз берет хорошо, но зазубрин стало еще больше. Такое впечатление, что это не лезвие ножа, а кусок обычного стекла. Я предупреждал, что не мастер по заточке ножей, но красота ему не нужна. Нужно, чтобы закуску резала. Попробую выровнять алмазным надфилем. Thank you.
Мелкий брусочек берет очень плохо. Сколько ни точу, оно ж тупое. Попробую изменить угол заточки. Сделаю более тупым. Зубчики стачиваются, но появляются новые. Нет, все равно щербатинки чувствуются. Это у меня из твердых. Самый мелкий брусочек. Вольфрамо-кобальтовые резцы затачиваю без проблем. А ножичек не выходит. Как и было, как и есть. Тестируем. Как у Руслана, не получается. Сделаю еще один тест. Последний. Не понимаю, кому и для чего нужны такие ножи? Прежде чем покупать, хорошенько подумайте. Обычный нож должен резать вот так. Вот так. Я не прощаюсь, я еще вернусь.